Сегодня ровно 10 лет с того момента, как губернатором Московской области стал Андрей Юрьевич Воробьев. Где-то здесь вот он рядом сидит, совсем недалеко от вот Московского областного суда. Хочется передать ему привет и сказать: Андрей Юрьевич, не пора ли уже куда-нибудь на покой из Московской области? Потому что посмотри, до чего ты довел, собственно говоря, регион. У нас там и скандал с Шестуном, и уже выборы отменены глав муниципалитетов. И черти что вообще происходит в судах. Полностью коррупционная система, завязанная между полицией, судами. И вот мы ходим, пытаемся добиться какой-то справедливости. Пытаемся, чтобы людей на улицах не хватали за то, что они просто стоят, разговаривают и что-то высказывают свое мнение. Не судили их, не сажали в спецприемник на 7 суток, не штрафовали за какие-то вымышленные митинги. Собственно говоря, Подмосковье — это просто какая-то вообще страна чудес и совершенно бесполезных систем. Судебной системы и правозащитной. Значит, полиция там рисует какие угодно протоколы, значит, в судах штампуют, вот Королевский понапринимал этих протоколов, сейчас вот их, вернее, решение, да, и вот сейчас их тут отменяют. Сейчас вот снова отменили, постановление Королевского суда по статье 20.2 о нарушении там, да, правил проведения митинга. Что происходит? А зачем нам нужен Королевский суд, если его постановление все время отменяют? Теперь опять вот сейчас поедем в Королевский суд, где снова будет пересмотр. Значит, снова будем пытаться добиться, что давайте отменяйте вообще данные постановления, потому что, сколько можно издеваться над людьми? Невозможно же уже, что людей хватают, людей судят, и ничего с этим делать нельзя. Но будем бороться, поэтому ждите новостей из Королевского суда. Вот эта вот Санта-Барбара полицейско-судебная у нас продолжается. Вот. Надеюсь, что в Королеве она закончится, будет поставлена точка, полиции дадут по голове, судьи тоже куда-нибудь шлепнут по какому-нибудь месту, и все успокоятся и отстанут наконец-то от граждан, дадут там свободно, спокойно, нормально жить.